Да! Это синяя? Да! Это Френд Данти. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас продолжаются танки. Мы продолжаем открывать коробки. Снова 20 коробок, снова подписчик на стриме взял и... Блин, и не знаю, решил устроить шоу, почему бы тогда не записать одновременно с этим видео. Со мной сегодня Андрюха. Здорово, Андрюха. Всем привет. Вот. И если вам нравится эта тема видосов, в описании посмотрите, там будет два видоса моих, по сути, и один видос Андрюхин, там, где мы по 20 коробок открывали. Вот, спасибо огромнейшее Андрею за поддержку, потому что это прям пипец. Мы все в надежде выбить еще какой-нибудь восьмой прем-танк. Вот, посмотрим, получится ли у нас или нет. Во время стрима я покупал несколько коробок, там разных, волшебные, неволшебные. Ничего не падало. Потом покупали еще 20 коробок, тоже не особо повезло. Но там были зеленые, я не знаю, может быть сейчас тогда купить тогда... Сверху, да, вот эти. Восточные? Восточные, да. Давайте попробуем восточные открытия, ребятушки. Может быть, повезет больше. Давайте посмотрим. Надежда получить 8 уровня прем-танк. Вот, так что погнали. Ну, как бы осталось еще их 3. У тебя еще Прожетто, Су-130ПМ и Е-75ТС. Еще их 3 там. Ну, их невозможно сейчас 3 выбить за это. У вас все возможно. Кто-то за 20 коробок ловит все 4 прем-танка. И такие есть счастливчики. Ну, давайте. Давайте. Ну, так, 20 коробок. А вот еще сколько у тебя там прем-стилей-то этих было? 3D-стилей. Слушай, я не помню, первый раз сколько мы выбили. Их штуки их 2 или 3 выбили. 3D-стилей 6, по-моему, всего. Ну, всего выбито 3, наверное. Смотри, стой. Давай бахнем пятерочку. Либо в начале, либо в середине. В конце ты не сможешь 5 открыть. Ну, либо сейчас, либо до 5. Ну давай, давай, давай. Блин, мне аж жалко и стрёмно. Вот. Может, давай 5 по одной, ну, потом 5 сразу. 5 сразу. 5 сразу, и потом. 5 конечных ты не сможешь открыть сразу. Последних 5 ты только сможешь открывать по единичке. Ну чё, ребята, пишите в чате, сразу открывать или через 5 по одной? Я тут что-то, меня трясёт аж всего. Ну да, пятерку открывать это жестко. Особенно, когда у тебя их 20. Ну шо? Шо вы думаете? Кто по одной сразу? Сразу, по одной, сразу. По одной, сразу. Через 5 по одной. То есть сейчас по одной открывай 5 штук, потом 5. Сразу, 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 сразу. Сразу сейчас 5, давай. Давайте, больше, ребята. Да, сразу 5. Попробуем. Давай, первых 5. Ну, вообще ноль. Просто по 250... А, пятихатка была. Один раз пятихатка. Все, сейчас закрыть, нажимай только. Даже прем-танка никакого не дал. А теперь открывай по одной. Давай, давайте по одной. О! И это сразу что, синяя, это... да? А, да! Это синяя? Да! Это прем-танки. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Так, это что-то длинное. Е-75ТС-ка, да, вот она. Вот она. Охренеть, блядь. Спасибо Андрею. Вот этот мне за 20 коробок упал. Вот, охренеть. Ну, это, понимаешь, X5 мы нажали, это так, разбавить обстановочку. Ну, а это что, жесткий танк такой? Смотри, у него тут экраны стоят. Нет, не жесткий, у него такая башка более-менее бронированная. Корпус слабый вообще. Ну, типа, двухстволка намного бронированнее, чем этот. Окей, просто это как будем, бы это для немецкой ветки. Будем смотреть. Ну, так. Хотя бы восьмерку поймали уже норм. Да, 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 уже вообще как бы классно. Давайте погнали дальше, друзья. Осталось тебе два восьмых према. Прожетто и Су-130ПМ. Полетели. Так, ничего пока что. 500 серы. Ну, полляма серы, да, это круто. Еще.
Ну, хотя так, бы 500. Мелкие премы еще будут. Ну, посмотрим. Мелкие премы, если будут, то еще это компенсация голды будет нормально. У тебя вроде 3D скин на нее есть. Так там же вроде на десятки 3D скины. Нет, 3D скины, да. 3D скины только на десятку. Ну что, давайте. А премы только восьмые. Погнали еще одну. У меня уже, знаешь, там этим синим засветилось, а я не понимаю, уже он синим светится или нет. Так, пока что ничего. Давайте дальше. У меня уже там аж все в глазах слилось. Еще раз огромнейшее спасибо Андрею. Так. Давайте летим дальше. 10 коробок осталось. Или может что, опять 5? Не, давай по одной все. Давайте. А вдруг типа 5 выбиваешь, потом одну и... О! О, синяя. Ну? Че, танчик? А, вот, командирша выпала. Мне радоваться и не радоваться. Ну, ты сможешь ее хоть, ну, в... вот, типа, ты сейчас прям выбил Е-75ТС, он без экипажа. Ну, ты уже сможешь на нее вот эту командиршу поставить, она с тремя перками идет. Так, может, мне уже, он и так прям танк, может, мне уже командиршу поставить на восьмерку, которую я докачаю, то английскую? Ну, можешь, да, так. Она бессрочная, без разницы, хоть через год ее поставишь в танк какой-то. Давайте дальше. А ее переучивать надо будет, если с танка на танк кидать? Да. Но у нее в любом случае там 5 эти перки остаются, да? Если ты ее обучил на немецкий танк тяжелый, то в немецкий прем тяжелый ты можешь без обучения ее ставить. Угу. Так, ну полетели дальше, друзья. Не, ну как бы нормально. Ну так. Это все, это одна была командирша. Еще у тебя пару 3D стилей осталось и два према. Ну, 500 серого, окей. Ляма. Так, ребятушки, еще счастливое число, 7 коробок осталось. Полетели. Ну, синенькие нужны. Ну, 500, окей, давайте. Давайте следующее. Ну, хотя в обычных, не синих, могут прям танчики маленького уровня выпасть. Ну, шестой, как бы, знаешь, тоже неплохо. Ну, там, два, по-моему, шестых две танка. Две или две 500 голды могут, да, дать. Ну, что-то хоть бы прям дней давали, а что-то в этот раз как-то прям дней не дают. Так, давай, погнали. Ну, нет. 500 голды. Так, 4 коробки осталось. Позицию поменяю. Не знаю. Давай. Оп. Полетели, друзья. Ну? Обычно. 500 серы. Ну, это хорошо. Давай еще. Да! Опа, синенькая, ну, есть контакт. Ну. Прем и 3D стиль. А 3D стиль 13.5, да, это? А подожди, там прем танчик еще какой-то. Ну там шестой. Или ну, второй, или третий. Нет, тебе дали прем танчик, который у тебя еще не было, по-моему. Сейчас увидишь. Так, продолжить. Нет, прем танк. Второго уровня. Второго уровня, это колесник. Да. Кордон это колесник второго уровня. Окей, ладно. Давайте. Жаль, эти 3D стили продавать нельзя. Вот. Ну, когда ты докачаешься и тебе пользу принесет. Ну, радоваться будет. Полетели дальше. Две коробки не осталось, то, что, ребят. Не то, что радоваться, хвастаться будешь. Потому что этих 3D стилей нигде ни у кого не будет, они так не продаются. Так, и последняя коробочка. Ну, ну хоть чего-то там побольше дай. Ай. На, желтая. 500. 500. Нет, ну жаловаться. Средняя. Жаловаться сейчас. Да, за 20 коробок прям танк, да, поймал 8 уровня. Нормально. И как бы, да, есть еще там. Ты 6... там еще и серебра нормально набил. Вернуться в ангар. 2-3 раза, по-моему, по 5. 4 ляма серебра и 24 голды уже накопилось. Ты уже нормальных можешь 2 прям танка. Слушай, подожди, а что? А что за колесник? Ну-ка. Второй уровень колесника. Сейчас посмотрим. Так, это вот это какую-то штуку мне давали. Вот он, посередине.
французский. Да. Жужжи какой. Ну, на них нет... колесной техники. Ну, это да, как бы. Ну, на них нету смысла мне, наверное, играть, когда у меня есть према 6 и 8. Не, ну, по классе колесников это совсем другая. Тут совсем другая механика игры на них. Ну, надо будет ради интереса попробовать, конечно, как-то. Вот. Не, ну, в принципе, удачно прошло, ребятушки. Вот, огромнейшее спасибо за поддержку Андрею. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо тем, кто сидит на стриме, смотрит. Поставил лайк. И, короче, Андрюхе спасибо за то, что болел. Всем пожелаю огромнейшей удачи. И не забудьте глянуть видосы, которые по ссылке в описании. Там тоже открытие этих кейсов, боксов, коробок. Как хотите называйте. Чемоданов. Вот. Всем удачи, ребят. Всего. Всем пока-пока.